Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Esquire Hybrid 2020 год, черный цвет, бензиновый двигатель объемом 1,8 литра, 99 лошадиных сил, гибридной установкой в 60 кВт, АКПП, передний привод, пробег 120 тысяч километров, аукционный балл 3,5, имеются повторители в зеркалах, хромированные вставки, ветровики, спойлер. По салону у нас ухоженный темный салон, не прокуренный. Три ряда сидений, раздельный климат-контроль, кондиционер, мультимедиа, режим эко, мультируль, круиз-контроль, одна электродверь, кнопка старт-стоп, предотвращение столкновения, контроль полосы, электрорегулировка зеркал. По ЛКП у нас 104, 101, 114, 88, 101, 106, 106, 101, 104, 104, 104.